нравится быть добрым, хорошим человеком, благородным. А можно ходить и в тряпье, дурно пахнуть и быть неопрятным в дерьме. Быть Плюшкиным, трястись над деньгами, это как болезнь. Подумайте сами, нельзя судить по богатству в одежде. Нельзя жить без страха и надежды. Каждый выбирает то, что ему по душе. Смил желанный рай в шалаше. Тебе не нравится компания хвастливых людей, так отойди от них, от их черных тем и идей. Можно просто с ними не общаться, не бывать в их обществе. Как бы попрощаться? Всегда найдется человек, который по душе такой, как ты сам, и живет так, как и ты в судьбе. Хороших людей вокруг, слава Богу, еще много, с которыми по пути идти открыто долго.